Всем привет! С вами снова я, Мария, из канала Мария Урупина. И это моя подруга Лилия. И сегодня мы покажем вам все, что мы купили. Мы были сегодня на шопинге и купили очень много всякой всячины. И сегодня мы все это вам покажем. Сначала покажет свои покупки Лилия. И она купила в магазине Tally Whale себе свитшот. И она его вам сейчас покажет. Ну, вот такой вот. Ей идет, мне кажется, больше ничего не могу сказать. И мы продолжаем. А вот и Зефора, как мы могли там не побывать. Это мы обязательно должны были туда сходить. Мы туда сходили. И вот что мы купили. Итак, это тушь для ресниц. Очень прикольная, хотя я ее никогда не пробовала. Но если она продается в Зефоре, то поверьте мне, она очень крутая. И также лак для ногтей вот такого вот цвета. Зеленого такого голубого. Почему-то на камере она очень выглядит зеленой, но на самом деле она такая более голубая. И следующая покупка Лилии — это вот такая вот обложка для телефона. Она с такой эльфовой башней, которая вот так вот переворачивается, и все вот эти блестки падают вниз. Ну вот, короче, как-то так. Итак, продолжаем с моими покупками. Мы тоже зашли в магазин Нью-Йоркер, и там я купила себе тоже свитшот. Он вот такой вот, и такими вот голыми плечами, или как это называется, короче, он очень прикольный, и мне очень понравился. А это кисточки для косметики, которые я купила в магазине Клерс. Следующая покупка тоже, которая вряд ли кого-то интересует, но это мыло, и я его понюхала, и оно мне очень понравилось, и я его решила купить. Короче, не врубайтесь, но оно очень крутое. Следующая моя покупка — это из магазина Зефора. Я купила там вот такие вот баночки. Короче, это пустые баночки для шампуней, для духов, для кремов и так далее. А также голубую тушь для ресниц, мою повседневную, для лица. Следующая моя покупка — это из магазина Bust & Pista. И там я купила для моих LD цветную бумагу, одну вот такую вот со снежинками, а другую вот такого вот оранжево-нейлонового цвета. Кстати, на камере кажется, что это красный, но поверьте, хотя нет. На камере он что-то среднее между красным и оранжевым, но оно реально очень оранжевое. И также я купила еще обычные картонные листы, которые, в смысле, не купила, а нам их дали бесплатно. Но это не важно. И на этом было все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео, всех люблю, всем пока!